Всем лучшим себе обязан боксу, так считают участники проходящего в эти дни в столице республики первенства и чемпионата Центрального совета спортообщества профсоюзов России. И как утверждает наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин, адепты кожаной перчатки слова подкрепляют победами в ринге. Столица Чувашии остается в тренде боксерских регионов России. И проходящие первенство и чемпионат Центрального совета спортобщества профсоюзов тому подтверждение. Побороться за 23 комплекта наград. В столицу Чувашии приехало более 200 боксеров в возрасте 16-17 лет, а также 19 лет и старше. Спортобщество профсоюзов – организация хоть и молодая, со дня создания прошло всего 33 года, но активно развивающаяся. Мы открываем региональные отделения. У нас открыто уже в более половины субъектов Российской Федерации, в том числе и вновь присоединенные территории. В начале лета мы открыли региональное отделение в Луганской Народной Республике. Кстати, в числе тех, кто рассчитывает на главный приз, а победитель вместе с золотой медалью и кубком получит путевку в финал российского первенства, два боксера Луганской Народной Республики. Профсоюзное спортообщество хоть и развивает 46 видов спорта, но бокс на особом счету. Президент Всероссийской общественной организации генерал-лейтенант ФСБ Юрий Ансимов – мастер спорта по боксу. Так что спрос боксеров особый, и они стараются не огорчать руководителя. Мы сегодня разыгрываем путевку для поездки на первенство России среди юношей и юниоров 16-17 лет. И в прошлом году 7 человек стали победителем. И лучшим боксером был признан именно профсоюзный спортсмен. Сборная Чувашии представлена 16 боксерами. В ранге победителя прошлогоднего первенства Центрального совета профсоюзов выходил в ринг воспитанник Кудесинской школы бокса Василий Герасимов. Он в синей майке. Подопечный Николая Иванова успешно справился и с волнением, и с соперником из Саратовской области Дмитрием Лифановым. То, что на прошлых соревнованиях победил, на этих соревнованиях, конечно, это сказывается. Это как бы хороший плюс, но это как бы подготовка к первенству России, к зимнему. Помимо Василия из состава сборной Чувашии, в первом полусреднем весе успешно справился со стартовым поединком представитель Канаша Егор Сергеев. Он в красной майке. Ну а победители состязаний памяти главы города Чебоксары Олега Куртунова станут известны в субботу, 23 сентября. Вячеслав Ильин, Вести Чувашия.